Блядь, сейчас не успею, вот будет обидно. Ненавижу, когда девишка начинает подвисать. Такая хрень полная. Да уйди ты. Да, 3 минуты, 3 минуты, ёбана в рот, ёбана в рот, блядь. Охо-хо. Как, Вань, думаешь, я успею за 3 минуты что? Эвакуироваться из ТЗ в девишке? Думаю, да. Там просто охотник прибежит. Тварь. Такая. Тут просто час на все про все дается условно. Ну, как правило, это меньше чуть-чуть. Что тут за машины добавили? Мама с патриоты катафалк. Что это такое? Нам все катафалк покупали. Были бы еще деньги. 12 тысяч. Блять, самолет прилетит, вертолет прилетит позже, чем я. Ну, короче, после того, как я умру. Ядрёна корень. Ищи лекарства пока. Так нет уже. Негде искать. Я тут смотрю все, что есть. Понял. Маловероятно, что тут я что-то вообще найду. У меня друг есть, который играет в игру вообще жить. Но я не думаю, что он меня за 2 минуты сейчас спасет. Не, ну сейчас ты понял, где. Ну, я в другой день тоже смогу спастись. Я просто почему-то не уследил за этой темой. Ну да, как находишь лекарства, их надо сразу использовать. Не, их надо использовать. Блять, вот у меня аптечек гора хуева. Толку от них нет, мне противоядие нужно. Точнее, противовирусная херота. Ну, кстати, да. Таблички вот эти, и он мне всегда говорил, как только у тебя это начинает идти таймер, сразу пей. Так я их так сразу и пил. Зафиксировано понижение температуры. Потому что когда уже потом они меньше времени добавляют. Их же ограниченное количество, правильно? Да. Ну он там уже все места знает, где они лежат, какой месте. Даже если он выследился там, он все места, все выследил. Они там, ну, на Иисусе их заучиваешь. Этот человек, он такой, он особо по играм заморачивается. Потому что я его лично жизнь тоже хорошо. Что ты добавил? Тачки, блин, таки. Так, я даже этого сложил, блять, охотника. Пиздец, как обидно, чувак, как обидно, блять. Через 37 секунд они прилетят. А я через 12 секунд умираю просто. Ну, блядь, ебануться нахуй. 30 секунд. Нет у меня 30 секунд, блядь. Ошибка. Летальный уровень инфекции. Вот вы тут новые добавили призаик, да? Да. Ай, блядь. Это был ёбаный пиздец, это час из жизни к херам собачьим, блять, ну как так можно, нахуй?